первый в Дагестане детский технопарк «Кванториум» открылся в Махачкале. Торжественное открытие состоялось сегодня на базе Малой академии наук республики. В технопарке будут обучаться порядка 800 детей по различным IT-направлениям. Подробности об этом в сюжете Зумруд Гамидовой. Удивительный мир познавательных проектов продемонстрировали сегодня юные изобретатели. Технопарк не успел распахнуть свои двери, а дети уже вовсю творят, изобретают и показывают свои работы. Биоинженерия, беспилотная авиация, робототехника, решение задач по этим и другим направлениям здесь станет для ребят действительно увлекательным занятием. Расулу Хайбулаеву всего 13, но с раннего возраста мальчик увлекается разработкой аэроквантума. Это как бы наш контроллер, отсюда мы будем видеть все, что видит коптер через камеру. Здесь мы можем включать наш GPS-трекер и можем выяснять, где наш квадрокоптер находится. Сколько времени у тебя уйдет на это? Не знаю, часа два, наверное, или более. Среди проектов были мобильные приложения, обучающие и развивающие игры, роботы-помощники, нейропаромы и многое другое. «Кванториум» снабжен современной мебелью, высокотехнологичным оборудованием, уникальным программным обеспечением для проведения научных экспериментов. Учащиеся смогут разрабатывать и воплощать в жизнь собственные проекты в хард- и софт-компетенциях. По мнению временно исполняющего обязанности премьер-министра республики Абдусамада Гамидова, технопарк позволит детям получить качественное образование в самых востребованных областях науки и передовых технологий, а также овладеть базовыми навыками специальностей, которые сегодня занимают лидирующие позиции. Раньше мы развивали танцы, там спорт, какие-то кружки, ну, мир на месте не стоит, сейчас современные технологии, поэтому мы должны дать детям возможность, чтобы с детства они научились всем там передовым технологиям. Здесь такие это условия созданы. Председатель правительства республики на себе испытал качество представленной техники. Данная камера, она снимает 360 градусов, то есть мир вокруг нас, мы можем спокойно, допустим, снять прогулку в Бардебенской крепости и в любой точке земли посмотреть. В технопарке все адаптировано для того, чтобы исследовательская среда была доступной. Дети смогут получить практические навыки в сфере высоких технологий, физики, математики и проектирования. Напомним, «Кванториум» – это новая модель системы дополнительного образования. Его цель – подготовка будущих инноваторов и инженерных кадров России. Зумруд Гамидова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.